Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, капитан команды Рамблер Групп, Никонач Алексей. Как прошла игра? Выиграли с счетом 3-0, по-моему. Да, 3-0. В чем залог успеха? В командной игре. Сильные игроки, у нас хороший состав. Мы тренируемся, играем. Вот результат. Какой настрой на следующие матчи? Так же будете? Конечно, продолжать в том же духе. Первую игру, к сожалению, проиграли. Будем дальше набирать очки, занимать высокие места. Спасибо, удачи. Спасибо вам.